Привет, интернет, у меня хорошие новости. Я получил лицензию иммиграционного агента в Австралии. Подробнее в этом видео. Поехали! Привет еще раз, ребята. Ну что, вы можете меня поздравить. Я официально получил лицензию иммиграционного агента в Австралии, лицензию МАРА. С 6 июля 2017 года я официально могу всем помочь, всем и каждому. Но сначала мне бы хотелось сказать слова благодарности всем тем людям, которые помогали мне на этом пути, а именно Джон Лансер Моррис, который являлся моим преподавателем права, который меня вдохновил на то, чтобы пойти и выбрать работу в этой правовой индустрии, потому что этот человек, как вы уже знаете, учил и меня, и текущего премьер-министра Австралии Малкольма Тёрнбулла. Спасибо, Джон Моррис Лансер. Спасибо большое, Александр Петров, который всегда вдохновлял меня достигать новых и новых целей в моей жизни. Тебе тоже большое спасибо. Спасибо большое Лёше Чекунову, который является также зарегистрированным миграционным агентом, который отвечал на мои вопросы касаемо миграционного права, каких-то миграционных нюансов. Спасибо, Лёх, тебе большое. Это не только хороший миграционный агент, еще и хороший человек. Также спасибо большое всем моим друзьям, это и Никите, это и Вите, это и Ивану, и всем тем, которые меня вдохновляли на этом очень сложном пути. Спасибо большое Игорю Короткову, который заметил меня, заметил мой канал, когда в моем канале было только 200 подписчиков, и пригласил к себе на канал, и, в общем-то, мы записали видео, и теперь я имею возможность с вами говорить вот так, вы меня теперь знаете. И спасибо большое моей маме и моему брату, которые вот уже 4 года не спят и практически не едят, и переживают за меня и за то, как я достигаю своих целей. Спасибо всем большое. Что касаемо миграционного агента. 6 июля 2017 года я официально получил лицензию МАРА. Несколько дней назад, пару дней назад, я запустил собственный веб-сайт. Название этого веб-сайта aymigration.com, то есть это очень легко запоминается. Вы можете посмотреть ссылку на этот сайт в описании к этому видео. Сайт очень простенький, но одновременно очень приятный в использовании. Спасибо Денису, который с удовольствием выполнил этот сайт для меня. Поэтому, ребята, если вам нужна какая помощь в сайте, обратитесь ко мне, я вам дам координаты, контакты Дениса, и он вам поможет сделать вот такой же интересный сайт на WordPress. А теперь давайте поговорим, как я могу вам помочь осуществить вашу мечту, визу в Австралию. Если вы пойдете на сайт aymigration.com, вы увидите раздел «Обратная связь». Всего моя помощь может состоять из трех этапов. Первый этап – это бесплатная оценка шансов всем и каждому на получение желаемой визы в Австралию. Вы заходите в раздел «Обратная связь», пишите информацию о себе, ваш возраст, ваш стаж, ваше образование, ваше знание английского языка, желаемая виза, на которую вы хотели бы податься, прикрепляете необходимые документы и отправляете их мне. Я на это трачу от 10 минут до 1 часа абсолютно бесплатно, оценивая ваши шансы, возможно ли вам приехать в Австралию или невозможно. И за это не беру никаких денег. Я думаю, что это будет честно по отношению и к вам, и по отношению ко мне. Как вы знаете, в приличных магазинах денег за примерку одежды не берут. После того, как я поработаю с вашим кейсом и оценю бесплатно ваши шансы, я вам дам два ответа. Или да, или нет. Если да, я просто вам скажу, на какую визу вы можете оплатиться, подаваться и приезжать в Австралию. Однако, если информации, на какую визу вам податься, будет недостаточно, и вам нужна дорожная карта о том, что и как делать, вы можете заполнить более подробную анкету. Я составлю специально для вас дорожную карту о том, что делать, как делать, какие сроки действия. В общем, у вас будет дорожная карта, и вы можете с ней идти и поддаваться. Я вам на скайпе, конечно, все это потом объясню, и вы можете пойти и податься сами и получить свою долгожданную визу. Если вы хотите, чтобы я помог вам от и до, предоставляя полное сопровождение вашего кейса до получения желаемого вами результата, я также могу это сделать. Поэтому, ребята, я предлагаю вам систему, состоящую из трех стадий, и вы вправе выбирать, сколько стадий вам нужно. Одна, две или целых три стадии. И перед тем, как я завершу это видео, я хотел бы дать небольшое пояснение. Многие говорят, что все можно сделать самому или самой, и податься на визу в Австралию, получить визу в Австралию, и я абсолютно согласен с этим фактом. Более того, я хочу, чтобы вы сами все сделали, и сами подались на визу в Австралию, и получили желаемый результат. Однако, если вам нужна помощь, я думаю, что вы уже знаете, где ее искать.
Если вам понравилось это видео, поставьте классные лайки, а также подпишитесь на мой канал, также подпишитесь на мою группу ВКонтакте, ссылка находится в описании к этому видео. Не забывайте посещать мой иммиграционный сайт aymigration.com, а также добавляйтесь в друзья ВКонтакте и на Фейсбуке. А пока!